Новодворская. Да. Собчак был. Собчак. Собчак вообще неизвестно, зачем она туда полезла. Вроде отец у меня нормальный был. Бог не судья. И все остальные, они просто вскрылись. Вся эта вот гламурная вот эта вот. Да. А те Троицкие, все, они просто вскрылись. И вся Россия теперь знает, что они просто тупо предатели. А тут вот я с Маратом до этого общался, как этот был царь всея Руси, придурок этот. Тут другая угроза очень сильная, славянская, националистическая. Очень многие лезут под всякими вот этими вот псевдо, я даже не знаю, псевдославянские вот эти вот, псевдопатриотические. Они заявляют, что мы за славян, мы все такие хорошие, что у нас все это есть. А на самом деле, под вот этим вот шлейфом всего скрывается именно мина. И мина межнациональная. То есть они потихоньку подводят, пробуждают вот этот вот именно славянский патриотизм. И потом внедряют, что нужно противодействовать другим народам. Очень долго. Не помню, как это. Попов у него там был. У него очень много материалов. И вот во всем этом 95% славянского патриотического направленности, ну 5% ложка дегтя, бочки меда. Она именно закладывает мину на взрыв межнациональный. А что такое Россия? Это же куча национальностей. Нельзя, вообще национальный вопрос. Вообще нельзя этого делать. Ну, Россию создавали не только русские. Да, стержень русский, но сколько национальностей вместе с Россией создавали именно империю.